Не только у вас может чинить. Посмотрите, он серьезно подкован. По-взрослому, да, Саня? Слышь, а что у тебя зеленый капюшон? Санька, ну ты починил? Это вот эта машина тебя два дня мучает или что? Да? А двоюродный видит? Смотри. Жесткий у нас. Жесткий же. Да ну ладно. Я тебе говорю, смотри. Сама заводится? Все, работает. Все, работает. Ключ лежит тут. А где ключ? Нет. Ну в замке ж? Нет. Вот. Так а как? Так не бывает. Ты что? У меня у вас так не может. Призрак 810-я модель, да. Сигналка модная, новая. Показываю. А, сигналка модная. Да. Призрак? Да. Ничего себе. Нет. Так она у вас, можешь мне поставить нет такую? Саня? Я пытался обмануть этот, понял? Иммобилайзер? Да, я обманул его. Обманул, да? Да. Все работает, смотри. Открытие, закрытие, все полностью. Еще? Да, жестко. Аварийкой поморгает. Где? Аварийкой моргает. В общем, кому сигналку поставить, все к суровому едем. Любую. Любую можешь, да? Чего на краю стало? Это зеленая вокруг? Да, да, да. Это на охране типа? Да, вот сейчас снял, типа, что убрал ее нафиг. Ага. Слышь, пошли УАЗом то же самое быстро сделаем, и я поеду. Подожди, наберу хозяина, пусть он обрадуешь, да? Заведет, нет. А что, он два дня ждет уже? Ого, а что это? А, это Субару, елки-палки. Смотри, какой коллектор красивый, да, Саня? Пластиковый. Пластиковый? Фу, некрасивый. Ну, красивый, но не очень. Так, головка ждет, подъемники тоже ждут, можно заезжать. Да понятно, ты перекрыл въезд. Всем привет, друзья, сейчас попробуем, что-то мне кажется, коротко померили. Попробуем проверить еще. И собрать это все и поехать. Блин, все заржавело, давно стоит. Это у нас еще один есть фланец на лебедке. Кто не знает, для третьего моста, если что, можно сделать 6 на 6. Раз, клиент, на плату. Это постоянно. Так, очень карданчик. Соединяем две старые части. И будет новый кардан у нас. Так, ну что, друзья, кардан практически готов. Тут запрессовали, кулочку сделали. Обварить осталось. Поставить крестовину на место. Втулка. Втулка, которая центрирует кардан относительно редуктора патрулевского. УАЗовский кардан тоже готово. Вот она вот тут центрирует, этим диаметром попадает в редуктор. Ну что, ну к сожалению, Суровый уже закончил работу, говорит, не готов сейчас бороться с этим всем, хотя тут работы немного осталось. Но обварить, просверлить 4 отверстия во фланце и все, крестовину поставить. Так что, к сожалению, завтра мы без УАЗа. Блин, а так хотелось поехать. Ладно, пойду там. Видео про рейд смонтировалось. Очередная серия. Покажу вам сейчас. Так что пока вот так. Немножко не успели, как обычно, на сутки. Вчера был занят, не смог. Вчера надо было это все делать. В общем, всем до встречи. Завтра будет четкий оффроуд. Пока.